Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами, как всегда, я, Статкевич Евгений, и вы смотрите четвертую серию моего влога «Рок-н-ролльщик». Сегодня мы посетим фестиваль Combination 2017. Вы погрузитесь в настоящую атмосферу уличного хип-хопа и испытаем на моей машине новую присоску для GoPro. Приступим! Дорогие друзья, мы приехали снимать клип «Сквозу». Че, серьезно? С нами. Я попал сюда, что ли? Артем Дубровин. Hi guys. Он у нас участвовал в фильме «Я творец» и сейчас будет сниматься в нашем клипе. Что рассказать о себе не знаю. Вот приехал из Москвы в Казань, но благо у меня есть замечательные друзья, которые занимаются святыми делами. Собственно, сейчас мы и пойдем этими делами заниматься. Поехали, друзья. Сейчас мы пойдем просто проверим, там ли отец-настоятель. Церковь. Воздвижение Святого Креста. Нам до 7, время еще без 10. Да. Можно, пошли. Это можно делать? Ну, я думаю, что нет. Татьяна звонит. Да, сейчас потемнее надо было сделать. Да, нам нужно крест, вот эту подсветку только. Но еще вопрос, можно будет вот туда? У нас оборудование, мы в конце это положим. Спасибо большое. Не теряя времени, мы пошли на улицу снимать основной подход главного персонажа к церкви. Welcome. Денис или вон там он должен идти. Съемки всегда привлекают внимание людей на улице. Приготовились? Стоп! Здравствуйте всем! Мы приехали на фестиваль Combination. Прям куча-куча народу, очень весело. Сейчас вы увидите, что здесь и как происходит. Style Novators могу это охарактеризовать как слияние какого-то театра и танца. Очень необычные вещи вытворяют люди со своими телами. Сегодня за пультами DJ Rocket Kid и DJ K1. Ребят, тут танцуют, сейчас я покажу вам немного искусства, граффити. Бозик и Гузе. Гузе это из Краснодара, чувак. Гера, Бозик. Гузе. Вот ребята продают свою одежду. Это тусовка Original People, который придумал кем, делает смотки. Лейбл организатора, да, как я понял? Да. Номинация Style Novator. Это уникальная номинация. Ни на одном фестивале по брейкдансу, ни на одной тусе другой нет в мире такого. Даже некоторые бибои хейтят эту тему, потому что они считают, что это не канон брейкданса. Но нам похуй. А полную версию этого ролика можно увидеть на основном канале Combination, пройдя по ссылочке снизу. Сейчас я вам покажу новую игрушку. Не врань, не приклеивай ее. Вот такая игрушка. Приобретена на Алиэкспрессе за что-то в районе 1000 рублей. Говорят, что это самая нормальная присоска для тачки. Сейчас проверим и покажем вам кадры. Вот у нас тачка, вот у нас присоска. Я снимаю с GoPro-шки. Сейчас увидите, что получится. Поехали прокатимся по району. Лобовое окно водительское. Покажу вам, как будет с этого ракурса.
Мы относимся с уважением ко всем религиям и не хотим никого оскорбить. Просто это творчество. Сейчас будет, значит, самое интересное. Давайте возьмем какой-нибудь свет. Мы будем снимать вот здесь вот. Наш главный герой зайдет в церковь и пойдет вон туда, к кресту. И вот остановится примерно здесь и будет видеть свои потери жизненные. Мы включили основной свет. Вот у нас здесь так красиво. Мотор! Теперь мы выстроили свет в другую сторону, и теперь мы снимаем тот же самый план, но... Мы переключили свет на теплый и поставили два прибора как рисующий, и один как заполняющий. Приготовились? Мотор! Вернемся к фестивалю. Дальше у нас будет вести блог Роман, потому что мне надо объехать. Я буду вести блог. Все, это у нас MC Бронкс, Триада 187. А это Руслан Бронкс. Он лучший из организаторов брейк-данс хип-хоп вечеринок в Казани. Это комбинейшн номер 9, город Казань. Очень крутые люди, крутая музыка, настоящее движение. Если вы пропустили, смотрите видео обязательно. Бронкс, скажи, из каких стран здесь сегодня участники? Конечно же, вся Россия, тут даже ребята из Хабаровска. Есть гости из Франции, есть гости из Германии, Украина присутствует. Приходите на вечеринки хип-хоп по лайв. Всем ждем, всем мир. Спасибо. Здорово, Назим! Здорово. Рад тебя видеть вообще. Здорово. Вот мы встретили Назима, это Бибой Зимрок, команда Action Man Crew. Один из тех людей, благодаря которому стоял сегодняшнее мероприятие. Расскажи нам вообще, как один из тех людей, которые это организовывают, о целях и миссии этого мероприятия. Миссия мероприятия обычным танцорам и обычным людям, которые пришли посмотреть на этот фестиваль. Хотелось все больше и больше приезжать, радоваться и получать просто огромный заряд на целый год. Только благодаря таким людям мы будем иметь силы делать его снова и снова. А сейчас мы направим его полностью налево. Вот так вот. Эта штука железно прикрепилась к стеклу. Так что если поверхность будет гладкая и ее протереть от пыли, то беспокоиться из-за потери камеры вам не придется. У меня нет ничего, я просто пытаюсь заполнить пустоты хоть чем-то, но нет ничего. Так, ну вот, в общем-то, и все. Мы поснимали, надеюсь, вам понравилось. Она имеет 3 присоски. Крепится достаточно надежно, так что всем советую, очень удобно. Спасибо Александру Глебову, как всегда, который с нами был сегодня. Напоминаю, что я в поисках команды, готовой работать над блогом. Если ты оператор, продюсер, агент и монтажер и хочешь быть в команде и оказаться у истоков канала, то пиши мне, и я обязательно отвечу. Спасибо огромное Артему Дубровину, он самый лучший актер. Также участвуйте в розыгрышах, ставьте лайки и обязательно оставляйте свои комментарии, что бы вы хотели увидеть в следующих сериях. Это все, что ли? Все? Больше ничего от меня не нужно знать? Будет, братан, будет. Ты что? Приятно чувствую себя нужным. Завтра продолжим. Завтра во сколько? Все испугались стоим. Ну нет, скоро продолжим. Все закончено. Ой, здорово, хорошо. Спасибо вам большое. Пожалуйста. И до свидания. До свидания. Вы еще будете что-то когда-то? Если что-то, мы к вам обязательно. Хорошо, хорошо. Все, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, переезды квартир, переезды офисов. И, конечно же, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. Ты только в церкви не танцуй, главное.
С вами был Статкевич Евгений. До новых встреч!